Нам стало известно об атаке на лабораторию FutureTex в северной части России. Местные жители даже не подозревали о существовании подобного комплекса. Мистер Президент, что за исследование вел FutureTex в столь отдаленном районе России? Что ж, во-первых, я хотел бы уверить вас. Наша первостепенная цель сейчас — найти террористов, ответственных за эту атаку. Да, я уверен, что основная задача FutureTex — процветание человечества. Но, конечно же, нельзя требовать от сотрудников компании невозможного, в то время как их жизни угрожает прямая опасность. А сейчас, извините, мы опаздываем. Спасибо. Похоже, мы вновь на пороге войны. Наша разведка обнаружила, откуда Торнли получал подкрепление во время операции в Сибири. Войска перебрасывались с военной базы на полуострове Юкатан. Командование Альянса о ней не подозревает. Если они не могут остановить FutureTex, это сделаем мы. Что бы ни создавала корпорация, это наверняка будет использовано против Советского Союза. Отправляйтесь туда и уничтожьте охранные части проклятой FutureTex. Какая Дашка-то у нас грозная, ребята. Мы продолжаем прохождение Red Alert, часть 3, Апприснинг. Наша третья миссия. У нас есть конкретные задачи и конкретные противники. Это FutureTex и, конечно же, Альянс. Так что давайте продолжать. Будет тяжело. Миссии очень сложные для Альянса, и в то же время для нас они просто невозможные. Настолько они прям вот невыносимы, эти миссии для советов, что это просто жесть. Каждая ваша ошибка будет решать ваше прохождение по новой. Вот реально, вот это прям неизбежно. Сначала надо уничтожить сопротивление на всех островах. Да ладно. Давай, не тормозите, ребята. Нам нужно основать плацдарм. Да какой плацдарм? Давайте, прыгайте сюда, ну. Молодцы. А вот и они. Мы с ними разберемся. Так что это не очень-то и просто будет все это сделать. Ладно, сюда, значит, сюда. Все Чикаго раскатаем на дрова. Есть тут кто живой? Ладно, сюда, значит, сюда. Да, сюда, значит, сюда. Прямо как в тире. Вас понял, штаб. Они слишком далеко. Вперед! Сюда, ребята! Слышали, что командир сказал? Рядом с постройками Альянса обнаружены бочки с бензином. Не расслабляйтесь, парни! Кто живой? Не расслабляйтесь, парни! Кто следующий? Это, конечно, трудная тема, но мы с ней справимся. Подкрепление. Это хорошо. Мы будем ему очень рады, что будет при это, да? Первое подкрепление. У нас есть МСЦ, да, который нам может что-то там помочь в плане. Сейчас мы построим себе завод, пивзавод, который будет там снабжать ресурсами. Не более того. Ага, если бы, да? Погнали. Так, ранг мы получили. Давайте думать дальше. Так, второстепенка у нас идет там подкрепление, да? У нас радарчик стоит. Так точно, да. Ладно, сюда, значит, сюда.
жизни. Готовы? Здесь техники-то нету, а? Потише! Штаб на связи! Не понял, мы что, не можем туда переместиться? Есть тут кто живой? Обнаружен противник. Эй, начальник! Конченая. Понятно. Жнец начинает патрулирование. Получай, фашист Гранато. Он не сможет перепрыгнуть никак. Так, от того, что отморозится, толку никакого. Да пофигу вообще на это. Вот это проблема. Покажитесь, так точно. Продолжаю патрулирование. Кто следующий? Пехота долбит. Мы сейчас проиграем. Ладно, сюда, значит сюда. Сюда, ребята. А ну-ка, шлепнем вот этого. Я сделал жесткую ошибку. Ой, знал бы я, что так надо сыграть, конечно бы, я бы сделал все по-другому бы. А он так их и будет морозить, да? А нахрена ты их сюда-то? Дурачок, что ли, а? Очень прям. Сука. Отлично. Патронов на всех хватит. Что-то как-то меня не впечатляет вообще это все, если честно. Пришло время жатвы. Ну, какие у нас планы? Так точно. Не расслабляйтесь, парни. Я, походу, неправильно сыграл вообще. А как мы будем это убивать? Здесь нету ни одной станции, которая может это обесточить. Лазерное орудие стоит, и что? Да это бред. Нет. Не сработает это никак. Это надо по новой начинать. Вот все миссии я, как говорил до этого видео, что я буду их начинать по два, по три раза по новой. В этом секторе замечено скопление сил. Просто Альянса потому, что здесь, ну, настолько все примитивно, что драйва никакого нет. Но пока действуйте сами. Ну, какие у нас планы? Да ничего сделать не может. Сначала надо уничтожить сопротивление на всех островах, включая наблюдательные пункты. Перед новым наступлением нам нужно основать плацдарм. Есть тут кто живой? А ну-ка, шлепнем вот этого. Становится жарковато. Мы здесь. Жарковато-то понятное дело. Ну как-то вот все плохо прям. Не очень-то все как-то... Рядом с постройками Альянса обнаружены бочки с бензином. Кто живой? Как всегда, дураки и дороги. Слышали, что командир сказал? Мы с ними разберемся. Мы уже в пути. Обнаружен противник. Как всегда, дураки и дороги. Первый остров свободен. Скоро прибудет... Так, давайте теперь думать другое. Слышали, другое, 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 другое. Вас понял, штаб. Нужно отсюда занять вот этот вот остров, вот. Тогда можно что-то себя... Прибыло под...
предоставить. Пока что у нас это все плохо. Сейчас мы это все сделаем. Зонды эти. Начальник. Получай, начальника. Так точно. Мы уже в пути. Кто следующий? Как всегда, дураки и дороги. Эй, начальника. Используйте орудие змейка зондов, чтобы обездвиживать вражескую технику и не дать ей отступить. Сюда, ребята. Продолжаем патрулирование. Змейку зондов. Так, он здесь один, нет? Не один. Как минимум двое. А, что, правда, что ли? Ладно, забудем. Мы эту тему проехали. Так, зонды прибыли. Обнаружен противник. Так, один клиент есть. Долгая тема, конечно, но местами эффективная. Обнаружен противник. Ох ты, блин, печаль. Что-то как-то долго. Обнаружен противник. Что-то как-то долго все. Так будем до утра убивать. Обнаружена база противника. Ощущение, что они восстанавливаются, блин. Что с ними делать тогда?
по одному их выцеплять. Так он восстановился, просто посмотри, ему пофигу, блин. Они прям, они к заводу идут восстанавливаться. Ну это бред просто, блин. Шляпа прям, просто надо просто не дать им ничего из завода активировать, да? В натуре, а. Конченые просто. Надо бочки активировать, чтобы... Сделать ты ничего не можешь. У тебя задача такая. Ты должен обесточить заводы и при этом еще давить их. А ресурсов у тебя нет. И сделать ты ничего не можешь. Вот так вот. А то здесь уже целая армада бегает. ПВОшников. Да. Где у меня подкрепление-то, я не понял. А нахера-то мне сюда-то их? Совсем что ли дураки, блин? Зачем это подкрепление-то здесь-то, я понять не могу. Короче, я не знаю, как это делать. О, это просто жесть. Обнаружен противник. Да. Я вот честно скажу, миссии прессинг за советом, они беспонтовые вообще просто. Ты все время что-то пытаешься там где-то что-то увидеть, что-то где-то помочь, что-то где-то как-то пройти незаметно, но не вызывает это ничего, если честно. Ну, это шляпа полная просто вот. Вот прям... Ну, какие у нас планы? Неинтересно это в это играть, просто неинтересно. Почему? Потому что, ну... Обнаружен противник. Это, блин... И чё? Мы здесь. Кто следующий? Здесь жнец. Ну что, парни, готовы? Пехота долго не продержится. Вас понял, штаб. Только если так. Ну что, парни, готовы? Фьючер тех этот. Все такое. Продолжаю патрулирование. Ладно, сюда, значит.
тащит сюда. Слышали, что командир сказал? Ну, какие у нас планы? Кто следующий? Вас понял, штаб. Обнаружена база. Слышали, что командир сказал? Как всегда, дураки и дороги. Ладно, сюда, значит, сюда. Так, третий остров, да? Пришло время жатвы. Пехота долго не продержится. Кто следующий? Ха-ха-ха. Есть тут кто живой? Вас понял, штаб. Сюда, ребята. Вас понял, штаб. Так, я не понял. Сюда, в чем здесь проблема-то? Продолжаем патрулирование. Все Чикаго раскатаем на дрова. Здесь в чем проблема? Не уничтожи один танк, все проблема у нас возникла. Я правильно понимаю, да? Понятно. Дали бы ракетчиков с танками, было бы вообще нормально. О-о-о, класс. У вас там что? Аэродром. Понятно. Прибыло подкрепление. Строительство завершено. И зачем мне этот бред, который сейчас мне тут высадили? Для чего? Что стоим-то? Мы здесь. Есть тут кто живой? Мощь советской армии несокрушима. Похоже, нас подбили. Обнаружен противник. Так точно. Вас понял, штаб. За ними. Скоро все закончится. Как всегда, дураки и дороги. Им не уйти. Сука. Да, твою мать, а. Да как так-то вас разносит-то с одного шота-то, ёб твою мать, а. О, сука, дайте мне терпение, просто над этой миссией просто настолько тупой, блядь, и бредовый. Эх, вот, вот просто у меня слов не хватает, сука, вот вообще прям. Ладно.
Похоже, тут с нами не дружат. Куда скажешь, туда и пойдем. Какой нафиг дружат, блин? Нас имеют, как хотят, и мы ничего сделать с этим не можем. Просто потому, что мы ограничены в каких-то ресурсах стран. Хотя туда можно было просто танки отправить и вообще и разнести все это. Так, как мы считаем это нужным. А не в пользу просящего вставать. Этого нет. Знаете, все так строим и ходим, да, здесь? Молодцы. Критично. Что ж, помочь нечем. Продолжаю патрулирование. Так, а где наша поддержка? Третий остров мы занимаем уже, не знаю, минут 30, наверное. Мы здесь. Как это не скромно не звучало бы. Давай, 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 прыгай. Так точно. Ладно, сюда, значит, сюда. Кто следующий? Пробуем. Разберемся.
кто живой. Ладно, сюда, значит, сюда. Как всегда, дураки и дороги. Обнаружен. Продолжаем патрулирование. Они слишком далеко. Вперед! Слышали, что командир сказал? Как всегда, дураки и дороги. За ними! Пока до последнего солдата не убьешь, ничего не поменяется, да? Далеко. Вперед! Ладно, сюда, значит, сюда. Третий остров наш. Командир, а что толку там? МСЦ. О, вы меня прям настолько удивили. МСЦ, что, серьезно? Хорошо. Это вообще очень хороший, очень хороший аргумент. Ну нахрена мне он нужен? Это другая история. Думаю, вам не помешают дополнительные средства. Че, правда? Я как раз работаю над этим. Работай, работай. Работай, Даша, работай. Что FutureTech ожидает крупную партию руды для нужд военной промышленности. Ваша а мне от этого как? Перехватить эту партию до того, как она достигнет цели. Каким образом? У меня что, войска есть, что ли, для этого? Чтобы забрать груз. Нам удалось сохранить старый прототип серпа. У него удачный дизайн, но для массового выпуска он слишком дорог. Серп, я помню, что это такое прекрасно. Денег, что ли, нет? Чего здесь? Часть в норме. Надо подойти ближе. На всякий случай захвачу инструменты. Вот они где. Укажите цель. Когда груз будет у вас, не медлите с уничтожением заводов в Ючертех. Будьте готовы к сильному сопротивлению. Посмотрим, как оно работает. Что же, все. Уже в пути. Вас понял. Ничего не сбоит. Да, с ресурсами, конечно, плоховато прям. Командир. Разведка обнаружила несколько больших неопознанных летающих объектов над полем битвы. Готовьтесь к обороне. Ищи. Недостаточно. Что за шляпа вообще происходит? Посмотрим, кто кого. Давай! Ничего не сбоит. Уже в пути. Что ж, хорошо. Смазать ходовую. Неплохо. Мы можем не выдержать. Вон там. Давай, давай. Идем осторожно. Давай, давай. Надо подойти ближе. Блин. Да пофигу на этих старателей.
Похоже, вы не можете не совать нос в чужие дела, верно? Нет, конечно. Что ж, тогда мне придется показать вам, что происходит с такими любопытными, как вы. Будьте любезны. Покажите. Кажется, FutureTech засекла ваше присутствие. Разведывательной деятельности конец. Начинайте штурм. Удачи. Обнадежили. Строительство завершено. Идет строительство. Внимание. В секторе действует хроносфера. Внимание. FutureTech использует хроносферу, чтобы переправить сухопутный транспорт. На базу напали. Пофигу вообще на эту базу. Противник атакует комбайн. Строительство завершено. Наш комбайн уничтожен. Что-то долго прям строится вообще. Идет строительство. На базу напали. Опорная часть в норме. Доступны новые постройки. Идет строительство. Объекты под огнем. А когда жрать дадут? Еду. Смазать бы ходовую. Ничего не сбоит. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство. Идет строительство. Что мне теперь тут туташка? Чего надо? Так вот как долги родине-то отдают. Чего надо? Боец ПВО. Здесь жнец. Ну что, парни, готовы? Как делишки? Как прикажут, так и сделаем. Эй, вы там, потише! Штаб на связь. Пехота долго не продержится. Строительство завершено. Так. Идет строительство. Ну что, парни, готовы? Объект под огнем. Становится жарковато. Готовы сбросить. Идет строительство. Укажите цель. Укажите цель. Иди сюда. Строительство завершено. Идет строительство. Дано разрешение на обновление траков. Противник атакует на базу напали. Идет строительство. Развертывание невозможно. Отмена. Объект уничтожен. Строительство завершено. Идет строительство. Развертывание невозможно. Идет строительство. Обнаружен противник. Героями только атаковать надо. Ха, больше никем, да? Что там у нас уничтожили все постройки FutureTech, да? Только Кирова, больше никем. Недостаточно средств. Да-да, я слышу. Уже в пути. Тестовая пробежка. Недостаточно средств. Ну а что мы сделаем? Ничего. Приостановлено. Мы здесь.
Мы так в плачевном состоянии, в принципе-то. Недостаточно средств. Обнаружен противник. Объект под огнем. Объект уничтожен. Недостаточно средств. На базу на память. Строительство завершено. Недостаточно средств. Ну, как-то так, да? Пока все плохо. Очень плохо. Ну-ка. Приостановлено. Недостаточно средств. И что делать, даже не знаешь, да? В принципе-то. Да, как я говорил, беспонтовые миссии вообще. Баприсинги просто беспонтовые. Я даже не удивлен, что эта шляпа начинается. Да. Тестовая пробежка. А вот эта херь сейчас начнется, бля. Главное не перестараться. Идем осторожно. Ничего не сбоит. Неплохо. Главное не перестараться. Давай, давай. Ха, печаль, да?
Не имется тебе, да? Смотри, чё. Вот не имется им вообще никак. Даже столько денег не хватит, чтобы совершить историю. Вообще продавцу не дает, просто дышать не дает. Кислород полностью перекрыт. Все в порядке? Каток. Сейчас у меня терпение лопнет, и Кирова пойдут не на связь, а просто сносить вас. Так, ну что? Я кого-то пропустил? Погнали, кировцы. Хватит терпеть унижение. Все, бабки кончились просто как молоко. Как там наши друзья? Пока никак. Кировцы самое лучшее изобретение вообще, что есть. Интересно, есть вообще смысл уничтожать эти дополнительные базы? Ничего-то, конечно, ни роли не играет. Все в порядке? Вас понял. Главное не перестараться. Где следующая? Погнали, кировцы, пофигу вообще. Недостаточно. А как там наши друзья? Всему свое время.
еще не пришел. Увидимся на месте. Получены новые инструкции. Тут хоть сотку, да, ты не расстроишься просто вот. А, хорошо пристроился, да? Чепушило, блин. Пока-пока. А что там? Мне пора домой. Конченый просто. Нанесем им визит. Просто так вот взял, пристроился и такой накидывает домашних. А чё нет-то, да? А чё, чем-то хуже, да? Мы подождем там. Увидимся на месте. Обнаружена база противника. Посмотрим, что у нас тут. Ну что, кировцы, давайте, ваш выход. Мы подождем там. Баксы лежат, да? Обнаружена база противника. Не думал, что ты спросишь. Недостаточно. Место рождения на грани противника. Получены новые инструкции. А смысл какой? Ну, разнесем сейчас эту базу, да и все, пофигу вообще. Неохота время свое тратить. И так мы, в принципе, неправильно сыграли, а не по-честному. Голову тут греть я буду. Против Кирлов-то ни хера вы не сделаете, вообще ничего абсолютно. Это балласт. Киров самый жесткий деревня вообще, который есть в игре. Он просто разносит все, что здесь есть. Мы подождем там. А как там наши друзья? Очень хорошо. Мы подождем там. Они еще к тому же очень сильно крепкие, кировцы вообще. А как там наши друзья? Наш час еще не пришел. Получены новые инструкции. И прям как чума, чтоб вас. Да поймите вы!
Когда Сигма-гармонизатор выйдет на полную мощность, ваша борьба с ним станет бессмысленной. Да пофигу мне твой Сигма-гармонизатор. Ты чё, друган, угораешь, что ли? Похоже, FutureTech разработали технологию остановки. Времени? Да. Все правильно. Технологию остановки времени для определенных объектов. Это довольно сложно, однако именно на ней основано действие гармонизатора. А как там наши друзья? Недостаточно. Очень хорошо. Объекты подозревают. А как там наши друзья? Наш час еще не пришел. Да, они разработали, но это им не поможет. Ну никак. Получены новые инструкции. Наш час еще не пришел. Всему свое время. А как там наши друзья? Давайте завершаем этот этап и все. Пришлось немного, конечно, повторяю, схитрить. Но надоело просто это вот это вот. Серьезно. Что-то там кого-то представлять, что-то доказывать. Ну просто миссии все однотипные. Вот со сетов они скучные, они прям вот настолько убогие. Вот. Ты за них проходишь, и ты понимаешь, что ты никто. Нет той власти, нет той мощи, которая была в реальном Red Dead 3. Ладно, ребят, всем спасибо, всем удачи.